В институте культуры. Спасибо. Не даст соврать. Это ни много ни мало никому не интересно. Поэтому сразу хотел бы познакомить вас с нашей командой. Это Настя. Настя в детстве закончила курсы фехтования. А это Ваня. Ваня в детстве закончил курсы фехтонастия. И как уже поняли по этой шутке, мы переходим в рубрику «О, вот это в КВН вставьте». Самке Богомол достался очень жирный партнер. А я все жру тебя, сижу и жру тебя. Я напомню, что спонсор нашей рубрики «Пьяный батя». «Пьяный батя», «О, вот это в КВН вставьте». Ну и, естественно, хотелось бы показать, чему мы научились в нашем вузе. Иван, прошу. Но, Ваня, институт культуры. Прошу прощения, мадам. Нет, спасибо. Кстати, в нашем институте еще танцевать учат. Ну, а так как Ваня уже принял, Иван, снова прошу. Но, Ваня, у нас для звука есть звукооператор. Давай заново. Хватит, все. Добрый вечер, с вами программа «Ревизоры». Сейчас мы протестируем команду «Говорят облика морали». Итак, посмотрим. Мразь! Итак, это что такое? Ты срываешь там выступление. Мы знакомимся тут вообще-то. А, вы знакомитесь? Да. Ну вообще-то при знакомстве нужно себя правильно поставить, чтобы потом тебя уважали. Вот ну никто здесь главный. Ну вон ведущий. Ага, а у нас кто? Настя, капитан. Настюк, за мной. Махайтесь! Так, а вы вернитесь. Устроили балаган. Ладно, друзья, пока нас снова ничего не творило, мы начинаем. Ну что, приговорали, держи! Благословляю. Человек с очень низкой самооценкой решил самоутвердиться благодаря кафе «Теремок». Здравствуйте, что будете заказывать, сударь? Уже ничего. Да блин, носок порвал.
Олег, ну что ты ноешь-то? Понимаешь, мне просто обидно, мне просто обидно. Все, короче. Опять ей звонишь? Не, просто одну песенку включи, просто одну песенку и ну что ты, братишка, плети? Обидно залито в груди. Уходи, мне надо побыть одному. Серега, хватит так париться по поводу Евровидения. Третье место тоже результат. Ты в караоке вон как всех уделывал. Это да, это да. Короче, все, я ей звоню. Алло, Джамала, устала? Да, который с крыльями вот этот вот. Можно из-за вас поболеть.